сынок, послушай анекдот. Когда клеишь обои, главное, чтобы пузырей не было. А то как-то раз мы взяли два пузыря. Смешно. А то как-то раз мы взяли два пузыря. Пап, вообще не смешно. Я точно твой сын? Макс, привет. Можешь одолжить денежку, пожалуйста, на два дня? Ну хорошо, да. Смогу. Одолжи денежку, пожалуйста, на два дня. Нет, ничего тебе не долгану. Я знаю, как ты возвращаешь. Потом месяцами за тобой бегать. В каком платье лучше пойти? В этом или вот в этом? Вот в этом. Точно? Да. В этом или вот в этом? Вот в этом. Точно? Не знаю. Я уже просто так говорю, потому что мне нельзя ждать. Вот у моей подруги сын не курит, не пьет, учится хорошо, девушка порядочная. А ты что? Сидишь со своими пацанами во дворе? Вот у моей подруги сын не курит, не пьет, учится хорошо. Да ее сын курит как паровоз, я и то меньше. Ты что, сука, куришь? Ну чё, как лето провёл? Да я был в Италии, в Испании, в Греции, катался на яхте. Ел в ресторане на 229 этаже. Вот, как-то так. А, и ещё iPhone последний подарили. А ты как провёл? Блин, это снова вставать в 7 утра, не высыпаться, видеть этих одноклассников, сидеть на уроках, делать эту домашку. Блин, я не хочу так жить. Надеюсь, у нас просят про все книжки, которые задавали нам на лето. А то, что я зря читал, хотя сам на всякий случай напомню. Ну все, остался последний год, на это время школка моя. Э, молокосос, иди сюда. Так, это Раисе Ивановне, это Нине Николаевне, а это директрисе. Вроде ни про кого не забыл. Сынок, вставай на учебу. Мам, я не хочу идти на линейку. Какая линейка? Ты уже на третьем курсе, собирайся на первую пару. Эх, везет школьникам, ходят себе, учатся. Вот пойдут на работу, а Не-не-не-не. Блин, как же стрёмно-то, а? Там же такой большой конкурс, вдруг не поступлю. Чуть что, придется поступить в Лохню, в армию сейчас вообще не варик идти. Алло, мам, ну как я тебе и говорил, на инзи поступил. Мам, может купите мне уже iPhone? Мне надоело с сотовиком ходить. Сынок, вот тебе мотивация. Поступишь, и мы с папой купим iPhone. Поступил! Мам, я поступил, когда уже купить айфон? Да ты что не видишь, я возвращение Мухтара смотрю, пошел вон отсюда! Макс, мы же в один университет с тобой поступать будем. Конечно, и на одну специальность. Быстрее, вы уже уверен, что будет мега круто. Макс, я поступил, короче, а ты там что? Поступил, но я в другой университет документы подавал. Так мы же в один университет собирались поступать. Я с пацанами ходил на всю осень купать, и пошли не поставать. Ой, не, я это не хочу, что-то мясо, макароны. Это вообще какой-то не салат, а каша какая-то. Не, это я не буду, просто будете кидать и все. Спасибо за еду, я поем у себя в комнате. На старт! Внимание! Вот это я понимаю, пионер! Лены, ты что там тянешься? Я больше не могу! Ты даже 15 метров не пробежал! Жизнь прекрасна. Миша. Алло, Свет, ну я уже подошел. Привет! Ты так вкусно пахнешь! Свет, не сильно же провонял! Я тебя предупреждала! Поздравляю тебя с 50-летием!
десятилетием. В первую очередь здоровья, счастья, любви с мужем. И всего тебе самого-самого наилучшего. С днем рождения. Леночка, здесь Максим рядом. Сейчас он тебя тоже поздравит. Поздравь тетю. Вот что мне сейчас ей говорить? Привет. С днем рождения тебя, счастья, здоровья, вот, с праздником. Спасибо, Максимка, это самое лучшее поздравление, дай маму. Алло, да это он меня из-за своего мобильника стал такой. Так, что у нас там по телеку? Фух, чуть не умер. Сегодня официально утвердили, что трек Ольги Бузовой «Мало половин» стал гимном России. И впервые гимну был предоставлен танец. Звучит гимн Российской Федерации. Максим, тебя разыскивает полиция, исчезни. Максим, игра «Кинься под машину за 5 секунд». Раз, два, три. Максим! 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 Максим, блин! Что? Что? Давай вставай уже! Сколько? 5 часов вечера, ёк-макарёк! Мам, что у нас там покушать? Иди садись, сейчас картошечку с мясом положу. Посуду можешь не мыть, я сама помою. О, класс, спасибо большое. Блин, как же есть-то хочется. Ладно, завтра поем. Максим, я там постирала и погладила твои вещи. Чуть что, они уже лежат у тебя все в шкафу. Хорошо, мам, спасибо тебе. Как сейчас здесь носок найти? Ты где же он? О, свежачок. Максим, можешь сходить, пожалуйста, в магазин за продуктами? Ну да, конечно могу. Спасибо. Да ну, не влом, давай сама как-нибудь. Да, Максим, тут пройти 200 метров. Вот именно, ты уже как раз стоишь, тебе ближе. Слушай, а я и не знала, что ты мне такой аккуратный. Я с детства такой. Максим, почему твои вещи по всей квартире раскиданы? Вообще-то у меня все лежит на своем месте. Пожалуйста. Ты что творишь вообще? Вообще-то я тоже хочу попрыгать. Надо так сфоткаться, что получилось очень прикольно. Да блин, опять только ухо фоткал. Так, надо сделать максимально загадочную фотографию. Ничего так. Ой, какая красивая божья коровка, надо ее щелкнуть. Красиво, пойду маме покажу. Надо сделать интересную фотографию в тон моего инстаграма. Этот шедевр соберет кучу лайков. Like for like, strange photo, beautiful. Свет, щелкни меня возле этой березки. Щелкаю. Щелкнула? Да. Свет, можешь меня здесь сфотографировать? Ну давай. Ну давай посмотрим, что у нас тут получилось. Че за говно?